Western Government недавно признала Хамас, милитаристскую палестинскую группировку, террористической организацией. В то время как технически группа теперь отрезана от использования любых ресурсов в традиционной финансовой системе. Ее военное крыло разрабатывает кампанию по сбору средств с привлечением биткоинов. Хамас, который контролирует палестинскую прибрежную территорию Газы, обязан своим выживанием пожертвованием от иностранных правительств, таких как Катар. Согласно отчету New York Times, группировка недавно обновила веб-сайт Qassam Bridges, где каждому посетителю назначается уникальный биткоин-адрес, с которого посетители могут отправлять цифровую валюту. Интересно, что такой метод делает почти невозможным для законодателей контролировать эти действия. Кроме того, сайт доступен на 7 языках и содерж. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.